Всем привет, дорогие друзья! У нас вышел новый билд Дефрага 2. Собственно, появилось полноценное меню. В инфо у нас пока ничего нет, потому что информации никакой нет. Есть настройки у нас, появились аудио настройки, но они пока не робят, потому что звуков, собственно, нету. Но это в следующем апдейте обязательно добавим. Есть видео настройки, можно настроить разрешение. Это графика, то есть насколько четко будут отображаться, скейлиться текстуры по разрешению текстуры, собственно, тени и так далее, да? Все выставили, нажимаем Apply. И долгожданная, наверное, самая настройка — это управление. Есть у нас Sense, можно как и ярлычком тягать, так и вручную написать. Настроить можно минимальные какие-то инпуты, то есть вперед, назад, вправо, лево, рестарт, control record. Я, честно говоря, не знаю, что это, я нажимал, у меня ничего не случалось. Есть инверт, потому что кто-то просил, есть даже аксель. Sense ratio — это плавность. Ну и все, нажимаем play. Test map — это просто тестовая карта, здесь ничего нету, здесь просто что-то потестить, да, как бы. Есть у нас, появился прицел, появилась у нас какие-то плашечки, и написано, что не забывайте стараться лучше. И когда нажимаем на Escape, у нас, собственно, появляется еще одно меню с настройками и главное меню, куда, где можно зайти и сменить карту. Вот, допустим, слопин мы выбрали. И уже можно с прицелом как-то полноценно побегать. Можно посоревноваться с вами на новой карте. Но я не буду проходить. Естественно, мы не играть, так сказать, зашли. ST1 здесь у нас. С очень классным, напоминаю, трейсингом лучей. Все очень красиво. Далее у нас ST2. В ST2 тут мне показывали... А, в слопине мы пофиксили коллизии, потому что там в некоторых местах я забыл коллизии сделать, я их обратно сделал, вернул. Здесь у нас стекло было чуть-чуть отогнуто на буквально пару юнитов, я его обратно тоже приткнул. И вот это все. Так, я, наверное, никогда ее не пройду, а может и пройду. Вот. Ну, на картах ничего нового не появилось, вот мы пофиксили то, пофиксили это. Далее. И новая карта, по которой, я не знаю, я спрошу, конечно, поинтересуюсь, но, возможно, я бы хотел по ней провести какой-то минимальный варкап на DF Comps, естественно. Физика у нас пока только в ЭКУ-3, ЦПМ не завезли еще, но ЦПМ обязательно будет. Но, по крайней мере, пока что по ЭКУ-3 можно провести какой-то отдельный там варкапчик, чтобы люди поиграли DF2, прочухали, чтобы как бы отзывов было чуть больше. Вот такая вот новая карта. Если кто-то не видел, я ее делал прямо на стриме почти полностью. Здесь у нас прикольные эффекты света, что свет включается прямо передо мной. Так, и здесь я, наверное, не допрыгнул. Нет, допрыгнул. Все хорошо. Так, а здесь нам надо разогнаться, чтобы финишировать. Вот, и эти пады у нас, один висит, и эти пады у нас поднимаются по триггеру. Такого в DF не было. И вот таких лампочек тоже не было. Кстати, что с лампочками здесь? Блин, шериф. Короче, здесь все нормально, да? А здесь не очень. Ну ладно, это мы пофиксим перед релизом. Обратно пересоберем. Ничего страшного. В сути ничего не поменяет. Это в самой сборке ничего не меняет. И также мы добавили возможность для мапперов. Точнее, ну это для всех возможность добавлять карты как плагины, насколько я понял, пэкаджами. Если так будет кому-то яснее. И, собственно, очень скоро, буквально, наверное, завтра или в ближайшее время, я запишу видео, как
эти карты, собственно, добавлять в проект, а в дальнейшем я буду записывать уроки по маппингу в Unreal. То есть все уже, кто желает обучиться, научиться, скачивайте Epic Games Launcher, скачивайте Unreal 2.24.3, по-моему. Ну, 24-й он там перед 25-м, собственно, идет. Вот, пока что скачивайте, можете интерфейс уже прощупать. Я буду показывать, рассказывать, как делать, как что с брашами, как чего работает, как это все оптимизировать под дефраг и так далее. Про материалы расскажу и, в общем-то, все, что знаю, все, что касается маппинга и все, что сам, все, чему сам научился за это время, я вам все расскажу, объясню. Ну, как видите, моего, в принципе, опыта пока что вполне хватает. В общем-то, все. Это видео, наверное, выйдет не сразу, где-то вечером. Ну и сборка объявления будет тоже в Дискорде вечером. Тем более, что надо пофиксить здесь еще лампочки. В общем-то, на этом все. Еще раз повторюсь, что кто заинтересован в помощи, пишите, не стесняйтесь. Можете в комментариях писать, мы с вами свяжемся. Нам было бы неплохо в помощь нам и мапперов побольше, и кодеров. Вот здесь тоже съехало, странно, да? И кодеров, и саундмейкеров, и, я не знаю, моделлеров, всех, кого угодно, все, что может пригодиться в маппинге, все нам пригодится для создания игры. Какие-то, может, визуальные эффекты вы делаете, да, там, VFX и все такое. Вот, ну и на этом, в общем-то, все. Такое вот небольшое видео, просто апдейт. Все, что появилось. Появилось у нас меню, теперь как можно заходить в меню, играть любую карту. И вот по этой карте, по Viz, Watch Your Step, если полностью, я, наверное, постараюсь организовать какой-то мини-варкапчик на неделю. Посмотрим, что из этого выйдет, если выйдет. Естественно, только в ИКУ-3 физике. Ну, в общем-то, прогресс идет. Народу добавляется, у нас добавились и саундмейкеры, и еще кодеры, и еще моделлеры потихоньку добавляются. Космобайкер, кстати, вам всем известный, помогает с моделями тоже. Ну, по мелочи, но все равно помогает, это все равно очень приятно. Вот, так что, если что, если у вас даже какие-то минимальные скиллы есть, не стесняйтесь, спрашивайте, пишите мне в Discord, ссылки все в описании. Я вас обязательно перенаправлю как бы к нашим, так сказать, директорам, главным кодерам, которые спросят у вас, типа, дадут вам тест на IQ, если у вас будет ниже 70, то мы вас берем. Вот что-то такое будет. В общем-то, ладно, все, ребят, всем спасибо, всем удачи, приходите на стримы и не забывайте стараться лучше.